наша планета нагревается, и это оказывает катастрофический эффект на ледяные шапки Земли. Температура поднимается, и лед тает. Уровень моря начинает подниматься. По всему миру уровень океана поднимается в два раза быстрее, чем 150 лет назад. Заметны признаки начала изменений на планете. Все произошло так быстро. Пересыхают ручьи, которые не пересыхали никогда, сколько я их помню. Гималайские ледники, источник питьевой воды для миллионов людей, могут растаять. Через 50 лет уже нельзя будет остановить таяние ледника в Гренландии. К концу века трофические леса Амазонии, родной дом половины живущих на планете видов животных, превратятся в саванну. Признаки повсюду вокруг нас. Изменение климата — вопрос фундаментальный. Хотели выбрасывать свинец в атмосферу, и атмосфера изменилась. Сможем ли мы сделать то же самое с углекислотой? Инвестируя в возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, сокращая выбросы парникового газа, возможно, мы можем начать очищать атмосферу. Возможно, мы сможем избежать перехода климата за точку невозвращения. И это будет трудно. Но в случае неудачи последствия будут действительно ужасающими. Если у нас не получится, завтра мы можем не узнать наш мир. Социальный и экономический хаос. Человеческая трагедия ужасающих масштабов. Или же, если мы будем действовать, никаких изменений не произойдет.
Выбор за нами.